Чрезвычайное происшествие в выходные. В субботу во второй половине дня в аэропорту Чебоксар аварийный сел самолет авиакомпании «Нордвинд». В 13:30 он должен был вылететь в Анталию. Через 10 минут командир самолета обнаружил неисправность и решил экстренно вернуться в аэропорт. На борту аэробуса 321 находилось 216 пассажиров. Решение о возвращении в аэропорт командир корабля принял через 10 минут после взлета. Еще через 1 час 30 минут, выработав в небе необходимый объем топлива, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Чебоксар. Сразу после технического сбоя началась проверка и ремонт самолета. В воскресенье он вылетел в аэропорт базирования. Пассажиры, по данным пресс-службы аэропорта, были обеспечены питанием и местами в гостинице. Фотографии ужина, как подтверждение, сразу же появились в сети. Вот такой ужин в аэропорту. После полуночи новый борт вылетел в Анталию, и уже на следующий день появились первые сообщения от пассажиров, летевших этим самолетом. Всем добрый день. Я и моя семья прилетели вчера на этом самолете. Весь полет прошел хорошо.